раз, когда играет Краснодар Спартак, ваша команда выигрывает. Это такой эффект Широкова. Я играю на игровой. Зените и в Краснодаре у нас, например, сейчас вот Саренчева работает. Мы, возможно, задавали этот вопрос, но тем не менее отличается как-то тренировочный процесс, потому что очень много интересных упражнений. То, что мы посмотрели в начале года. В Зените, в Краснодаре тоже достаточно много интересных упражнений. Ну, принципиально что-то отличается. Ну, в принципе, нет. Также направлено на игровую. Направленность там и там было больше на игру, на держание. Роман, вы по первым двум матчам неплохо сыграли в связке с Ильиной Поповым, хотя он тоже только пришел в команду, как вам краснодарское прошлое помогает совместно? Наверное. Так одна из причин. Не, ну, сумму футболистам всегда проще найти язык там. Егор Титов во время тренировки к вам обратился к Роману Николаевичу, он всегда там так уважительно к вам обращается? Нет, или... он приват. Наталья Самойлова, Спортбокс. Роман, скажите, пожалуйста, смотрели матч Рубина в Лиге Европы? Если да, понравился вам на Рубине? Весь матч не смотрел, смотрел некоторые моменты. Ну, а чем, если можно? А? Если понравилось, то чем? А если нет, то почему? Голы я видел. Голы понравились. Поэтому, исходя из того, что они две проиграли, сейчас выиграли, естественно, у них эмоциональный подъем. Плюс, конечно, нужно поправлять дела в чемпионате. Поэтому мы ожидаем тяжелейшего матча с ними. Ну, в принципе, они и так играли в чемпионате. Достаточно неплохо, просто, может, реализация их там. В принципе, игра поставлена с того года. Поэтому тяжело себя. Даже несмотря на то, что у них будет чуть меньше времени на подготовку чемпионата.